Сегодня в сквере 19-го квартала проходит мероприятие, посвященное яблочному спасу. Ожидается выступление депутатов. Извините, я вот сегодня в таком удачном варианте, будем говорить. Но я действительно прям прямиком с дачи вот эти яблоки, кстати говоря, собирал сегодня. А вы знаете, сегодня, в общем-то, большой церковный праздник. А этот праздник отмечается с 300-го года от Рождества Христова. То есть уже 1800 лет христианская вера отмечает данный праздник. Но Россия в связи с, будем говорить, более поздним принятием христианства и православия, соответственно, отмечает уже 1100 лет. Поэтому я всех вас поздравляю с этим праздником. Но в народе данный праздник привязали как яблочный спас в связи с природными, будем говорить, условиями. Я хочу поздравить всех вас, так как все мы, в общем-то, пахари. И после работы на заводе еще активно отдыхаем на дачах. И сначала мы боремся за урожай, а сейчас боремся с урожаем. И приятно то, что вокруг Тольятти такие огромные дачные массивы, где люди, в общем-то, в настоящее время вот от этой жары могут нормально, будем говорить, провести время, отдохнуть в какой-то степени для того, чтобы нормально себя чувствовать. Все-таки завтра уже нам обещают 41 градус. Сегодня вот у меня 39 показывает в машине. Я хотел обратиться к вам, ко всем, кто посещает данный сквер. Значит, у нас сейчас в городе объявлено по программе содействия, по губернаторской программе, это участие в этой программе. По этой программе предполагается 10% участие жителей в финансировании, мы будем говорить, объектов спорта и культуры. Эти деньги предполагается не внесение вот как бы физическими лицами, а с, будем говорить, с домов, с, будем говорить, с общих счетов дома внесение там в зависимости от количества жителей определенных сумм, там у кого 3, 5, 7 тысяч. Поэтому я призываю участвовать в этой программе, так как 90% затрат несет губернская, будем говорить, казна. И это нам выгодно. С другой стороны, конечно, любое участие рублем, оно будет как бы сподвигать нас к тому, чтобы дети, наши внуки бережно относились к тому, что здесь создано. И мы, как старшие, пресекали этот вандализм по отношению к этим прекрасным объектам, которые здесь есть. Я еще раз хочу поздравить вас с праздником. Всего вам хорошего. С праздником результатов нашего летнего труда. Всем с праздником. Спасибо большое. И еще мы хотим... Здравствуйте, дорогие жители 19-го квартала. Вы меня простите, что мы вторично уже этот вопрос обсуждаем, но так хотелось, чтобы каждому из нас не было среди нас равнодушных и стало ясно, что мы хотим сделать. Вот эта красная площадка, мы здесь должны будем поставить воркауты, это спортивное сооружение, поставить паука, такую тоже спортивную детям лазалку, змейку проложить, короче, спортивное сооружение.
в школе ввели сдачу ГТО, норм ГТО. И выпускники школ получают 3 дополнительных балла для сдачи, вот при сдаче ГТО, когда сдачу ГТО они проведут, для поступления в учебное заведение. То есть это очень важный, как бы для нас, родителей, вопрос, чтобы дети имели возможность заниматься спортом. Итак, я предоставляю. Нам еще сегодня необходимо избрать. Вот повестка дня, как бы, об избрании предложенных участников, предложений участников собрания. О проекте. Проект у нас называется «Наш любимый сквер». О составе руководителя инициативной группы, о пожертвовании со стороны населения в реализации проекта и об общественном контроле, о ходе реализации общественного проекта. Хотелось, чтобы кто-то из вас, добровольцы, нашлись, которые захотят участвовать вот в этой группе контроля. Поэтому подумайте вот сейчас, пока мы все будем желающие выступать, а потом мы поднимем вот этот вопрос, запишем ваши фамилии, кто будет в группе контроля. Инициативная группа, вы скажете, я запишу, подождите. Инициативная группа выступает члены совета ТОС 19-го квартала. Нас 10 человек выступали в качестве инициативной группы. Выступали мы на Думе городского округа Тольятти, получили дату проведения собрания, и сегодня мы это собрание проводим. Собрание утверждено Думой городского округа Тольятти. Итак, я прошу по обсуждению вопроса «Наш любимый сквер». Слово предоставляется помощнику депутата, члену территориально-общественного самоуправления Блинову Алексею Юрьевичу. Товарищи, друзья, соратники, соседи. Что хотел бы, ну, в первую очередь хочу поздравить вас со всеми этими праздниками, здоровья, счастья и так далее. Вот. Но хотелось бы сказать и о обстановке, в которую попала наша страна. На сегодняшний день мне не надо открывать вам глаза, вы все видите, что у нас сложилось. Руководящая роль нашей руководящей партии за 20 лет привела к тому, что нам надо сегодня, народу, надо платить за все. С наших нищенских зарплат, с наших нищенских пенсий мы должны еще и за все платить, к сожалению. К сожалению. Мы платим за здравоохранение, сами об этом знаете. Мы платим за образование. Мы, в конце концов, платим за свет, за электричество, за воду, которая по праву принадлежит народу. Потому что наши предки это все установили. И непонятно, почему вдруг ни с того ни с сего несколько олигархов присвоили это все себе, а с нас требуют платить все это по полной программе. Надо об этом, конечно, задумываться и как-то это среди людей это все обдумывать и приходить к какому-то выводу. Народ у нас по Конституции является единственным источником власти. Надо это не забывать. Не выбранные нами какие-то там правители, которые нам устанавливают антинародные законы, а именно мы, народ, должны им говорить. Они нам должны служить, а не мы им. Вот это вот надо понять нам, и тогда у нас будет более-менее что-то еще получится. Что хочу сказать об этой системе? Да, вот нас сейчас очередной раз заставляют платить 10% дани из наших тощих нищих карманов. Но другого выхода, поскольку мы принимаем все эти законы, что нам пишут, да, другого выхода у нас нету. Поэтому я тоже призываю вас всех, давайте проведем небольшие собрания в домах, отчислим эти 5-15, у кого там 5 тысяч, у кого 10, там 15 тысяч. Но зато у нас здесь, вот здесь, будет шикарная площадка для наших детей, для наших внуков. Вы сами видите сейчас, сколько детей осталось в городе.
Никто не может себе позволить уехать в Сочи, никто не может себе позволить поехать в пионерлагеря, которые раньше у нас были, потому что они платные стали, и люди, дети здесь остались. Поэтому вот эта площадочка, мы с Ниной Алексеевной ее очень хорошо подготовили, я имею в виду конструкционно. Она будет лучше, чем вот там возле магазина. Ашан, вот на Южном шоссе, который есть, здесь будет лучшая площадка. Вот. И это действительно для наших детей. Ну, раз сложилась такая обстановка, значит, надо нам всем скинуться потихонечку. А дальше надо нам думать, как нам дальше жить и кого выбирать в эту власть, чтобы у нас было все хорошо. Спасибо всем, с праздником еще раз, здоровья, благосостояния, и самое главное, народ должен объединиться. Вот это основная мысль, и понять, кто в доме хозяин. Спасибо. Ура! Я предоставляю слово председателю Совета ветеранов 19-го квартала Валентине Федоровне Лыткиной. А моя просьба ко всем жителям нашего квартала, чтобы администрация посмотрела и решила нам сцену новую сделать. А то будет красивый парк, а сцена у нас очень плохая, которую приходится всегда на субботники нам самим ремонтировать. Так что я вас очень прошу за сцену. Слово просит житель нашего 19-го квартала Тополина 22 Дмитриева. Уважаемые граждане, я как житель этого квартала, я была учителем 87-й школы. Очень много учеников и родителей мне хорошо знакомы. И я знакома вам, потому что более 10 лет назад я баллотировалась в депутаты по 19-му кварталу. Тогда я была покрасивее, помоложе. Но вы за меня не проголосовали. Вы выбрали Анташева. И теперь, да, правильно сделали. Хорошо, что он еще не сидит, как Уткин. Пожиная, но я не об этом сейчас хочу сказать. Мы накануне выборов. Я провела все лето в этом парке. Я учитель, но, к сожалению, внука дождалась только сейчас. Я с внуком каждый день приходила сюда в парк с молодыми мамами, с бабушками. И мы просто здесь погибали, потому что здесь было жарко. Потому что здесь было грязно. И никто... Не мешайте мне. Не мешайте, у нас слово дано каждому. У нас праздник. Это праздник. У нас праздник «Любимый квартал». Я еще не услышала, что он любимый. Я от того, что он любимый. И я хочу сказать, что он мой любимый. Но мы... Не мешайте. И дело в том, что за 3 месяца... Квартал не убирался. Сюда направлял Волков, который тоже баллотируется в депутаты. Приходили с промышленным пылесосом. На время встречи с администрацией разгоняли эту грязь. Под деревья не убирались. А вообще не убиралось ничего. Не поливалось ни одно дерево. Поэтому я как учитель... говорю вам, что в городе нет власти, в городе нет депутатов, и те, кто баллотируются, они недостойны избираться. Не врач, который баллотироваться хочет, пусть он лечит. Как может врач видеть, что город не поливается, город не чистится, и идти в депутаты? Они развесили баннеры, потратили столько денег. А на деревья погибают деревья. Я и так скажу. Деревья, посмотрите, кто погибает. Врач, посмотрите, кто погибает. Так, и мы начинаем нашу праздничную программу ярмаркой
песен. Добрый день. Для каких целей вы меня хотите снять? Да, Кирилл. Очень приятно. Натаниэль Папурин, кандидат в депутаты от ЛДПР по 9 округу. Депутат КПРФ, ЛДПР, Единая Россия. Вот это поворот!